Особый, волнительный момент для каждого еврея. Главный раввин Самары зажигает свечи на уникальной минаре. Ее высота больше 4 метров, и она полностью выполнена изо льда. Это самая высокая минора в мире, потому что самарские евреи хотят подарить свет как можно большему числу людей. Символ праздника Ханука, что именно там, где темно, именно где холодно, мы приходим сегодня и пытаемся дарить каждому человеку больше тепла и больше свет. Мы должны всегда думать не только о себе, мы должны думать, как мы можем подарить добра, свет, тепла, все самое хорошее, другие люди. Это весь идея праздник Ханука. Отмечать Хануку начали во 2 веке до н.э. в память об освобождении храма в Иерусалиме от разграбивших его греков. Согласно преданию, иудейские партизаны, оказавшиеся в храме, смогли найти только один небольшой кувшин с маслом, чтобы зажечь особый светильник. Его могло хватить только на один день, но произошло чудо, и масло горело 8 дней. Столько и отмечают Хануку, зажигая на миноре каждый день по одной свече. А в домах используют специальные электрические светильники. У нас дома стоит не минора, у нас стоит хнукия. Это специальный светильник, который ставится по домам. Ведь дома такую не поставить. Желательно угощать друзей, соседей, вообще вот всех своих знакомых. Просто вот приглашать их в гости. В эту неделю принято готовить угощения с большим количеством масла. Сладкие пончики и картофельные оладьи. Празднуют Хануку в этом году до 10 декабря. В понедельник евреи зажгут все 8 свечей, распространяя свет по всему миру. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.